Хейо гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Street of Race. Это... бля, я снова использовал способность. Способности у каждого полицейского разные. Да. Вот так вот. Если не ошибаюсь, сложность зависит, сколько хп будет у противника, то есть... полосы. Мы играем на нормальном, то есть здесь довольно мало хп у врагов. Ну как мало? Средне, да? Для прохождения. Вот только времени, что мало. Если время закончится, мы проиграли. Ой, здесь должны быть скоро клоуны, которых я ненавидел. Если не ошибаюсь, когда тебя хватает, ты можешь челика перекинуть через себя. Какая же эта игра классная. А, враги могут оружие подбирать, поэтому лучше им не, их не подпускать к нему. Если не ошибаюсь, они могут его подбирать. Блядь! Это контишки. О, сразу две контишки дали. Да не дай мне бутылку взять. Ля. Блин, я хотел его взять и перекинуть через себя. Есть ли имбовые здесь боссы? Ну, частично можно сказать, что да. Вот, допустим, в этом уровне будет босс. Ну, довольно... сильный. В плане того, что его вообще нельзя брать. То есть руками ты его так руками ты его не возьмешь. Ну, музыка мне всегда в игре нравилась в этой. Вот, вот этих я ненавидел. Да, свали ты. Типа, они с помощью этого огня пуляются? И они могут тебе еще поджечь, если ты к ним подойдешь близко. Вот, видели? Ой, а я, кажется, немножко этот просрал. Да, классно. Главное, чтобы всегда времени хватало. Видите, нож типа... он их ваншотит? Но херня в том, что он не бесконечный. Ну, ладно, этих клоунов он не ваншотит. Видите, он еще плюс защищается. Ой-ой-ой, тихо, сейчас сдохну. Хрум. А я не помню против него тактику. О, это второй вид, это который с топорами. Я не помню, как их убивать.
Ладно, он не успевает их взять. Топоры, я имею в виду. А, нет, все-таки он, у него можно выбить какое-то количество с рук. О, финалки. За 20 секунд, интересно, убью его. О, здесь же еще помощник с ним, точно. Его, типа, тяжело... О, блин, у него радиус очень хороший, атаки. С ним лучше быть поосторожней. Все, он меня убил. Вызываем тачку. Минус контишка. Вот, видите, типа, я не могу просто... Ладно, нож, нож. Нож в тело, и он труп. Блин, жалко, что сразу паузу нельзя сделать. Ладно, ребят, давайте тогда, я как говорю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.